Приднестровские эпидемиологи фиксируют рост числа кишечных инфекций, но вспышки пока нет. Сезон кишечных инфекций впереди. Его пик приходится, как правило, на конец июля-август. Об этом ТСВ рассказали в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. За 4 месяца этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то отмечается рост заболеваемости по всей группе кишечных инфекций. Это связано с тем, что в прошлом году аналогичный период были разобщены коллективы. Год назад, в разгар пандемии, детсадовские группы и классы в школах часто отправляли на карантин. Многие учились и работали на удаленке. И все часто и тщательно мыли руки. Поэтому и кишечных инфекций было меньше. Сейчас, говорят эпидемиологи, по числу энтеровирусов мы вернулись к допандемийным показателям. Рост заболеваемости есть, но это далеко не всплеск. У нас не наблюдается групповые заболевания, энтеровирусные инфекции и какой-то всплеск заболеваемости. Что касается 4 месяцев этого года, зарегистрировано 11 случаев энтеровирусной инфекции. В сравнении с прошлым годом аналогичный период было 5. В Кишиневе на прошлой неделе зафиксировано свыше 500 случаев энтеровируса. Чем жарче на улице, тем больше распространяются кишечные вирусы, говорят врачи. Летом рост заболеваемости продолжится. Чтобы не допустить вспышек, важно каждому соблюдать простые правила. Чаще мыть руки с мылом, есть только свежие чистые овощи и фрукты и не глотать грязную воду из неизвестных источников.